Зин смотрит, не боится, прям к коляске подошел, глянь-ка. А вон под тобой, сейчас будет под коляской лезть. Он под коляской. Там что-то унюхал в коляске, смотри-ка. Не трогай, он там что-то хочет сожрать. Не, ну ты видала какой, а? Вот. Мама? Что-то, видимо, он чувствовала вкусное. Скажи, где такое увидишь, а? Грызет коляску. Там всегда было это в коляске. Слушай, дружок, ты, может быть, не будешь нашу колясочку есть, а? Ну, слушай, дружок, давай ты пойдешь куда-нибудь, а? Слушай. Ой, слушай, до него можешь дотронуться. Слушай, там орех, наверное, был. Потому что там орехи не были, не знаю. Слушай, хорош, хорош грызть. Он там дырку прогрыз у нас. Представляешь? Давай что-нибудь дадим ему, а? Слушай, дружок, давай мы в следующий раз пойдем с орешками к тебе сюда. Ну, не надо коляску нам портить, ладно? И все будет хорошо. И love, peace, tolerance. Ну, еще один пришел. Ну. Слушай, вот это номер. Да, вот такие вот американские суслики. Ноги нюхают. Да. Круто. Слушай, надо орешков сейчас принести им. Да. Я возьму, когда пойду гулять, возьму орешки.